Всем добрый день! Сегодня мы разберем вопрос, как крепить резные и на вид такие хрупкие перегородки в нишу. Из гипсокартона, например. Вопрос монтажа очень часто задается нашими заказчиками, поэтому я решила посвятить ему отдельный такой небольшой видеоурок, чтобы вам не пользоваться услугами монтажников, а сделать эту работу самостоятельно. Согласитесь, наличие резной вставки заметно изменяет интерьер в лучшую сторону. Вот пример. Итак, сейчас мы разберем вариант первый. Перегородки без бруса по периметру. Таких перегородок мы оставляем сплошной край 3-4 см шириной, из-за него крепится изделие. Крепится перегородка, в таком случае на крепежные уголки. Купить их можно в любом строительном магазине. Вот как они выглядят, и вот цены на такие уголки. Принтскрин одного крупного строительного супермаркета. Как видите, цена вопроса 14-16 рублей за штуку, а за 4 штуки получается 60 рублей. Не так уж и дорого. Суть крепления очень простая. К несущей поверхности крепится одна сторона уголка, а к перегородке крепится вторая сторона уголка на саморезы. Как правило, уголки эти очень небольшие, всего 2-3 см длиной с каждой стороны. Их обычно вообще не видно. А кроме того, их можно покрасить в цвет перегородки. Но для перфекционистов мы рекомендуем закрывать уголки сверху багетом или молдингом. Вот так. Тогда получится, как на этой фотографии. Здесь с одной стороны нет крепежей вообще, а с другой они закрыты багетом. Есть еще один вариант, который мы предлагаем как опцию для перегородок без рамы. Это крепление на держатели для стеклянных полок. Вот такие. Но у наших заказчиков этот вариант не пользуется спросом. Я думаю, что одна из причин это то, что всегда остается зазор между поверхностью и резным полотном. А что делать, если ниша широкая, более 1400 мм в ширину? Тогда в нее монтируется перегородка, состоящая из двух половин. Вот первая половинка и вот вторая часть. Крепится перегородка на те же уголки. Но, как видите, у нее посередине есть стык. Так вот, торцы двух резных полотен склеиваются в таком случае клеем ПВА или столярным клеем ⁇ Момент ⁇ который наносится на обе части соединяемых торцов. И раз уж мы говорим о стоимости, то вот цена на такой клей, момент столярный, это принскрин одного интернет-магазина. Объем небольшой, но его, в принципе, должно хватить. Ну вот, пожалуй, все, если коротко. А в следующем видео мы с вами поговорим, как устанавливаются отдельно стоящие высокие перегородки в брусе по периметру.